Сегодня у нас 7 января 2016 года, Рождество Христово. Вот мы с братьями вышли с православными на благовестие, Слово Господне. Это у нас город Барнаул, площадь. Все слова Христа в жизни. Христос как родился, все здесь написано. И как Он ко спасению ведет нас. Все слова Христа здесь. Только слова Христа, да. 4 Евангелия в одной книге. Слава Христу. Это подарок православной церкви. Я подумал, что баптисты. Баптисты? Ну, баптисты тоже раздают, ну, не знаю где. Сразу вот что-то у нас было. Ну, это православная вещь. Крест, все. Благословение, там, баптисты. Ну, мы просто не доказываем, мы просто дарим. Да? Помогите. Рождество Христово. Рождество Христово. Подарок. Евангелие в подарок. Вот наш сайт, заходите. Помоги Господу. С Рождеством Христовым. Евангелие в подарок. И вот наши данные. Заходите туда, на наш сайт. Веруй в Иисуса Христа всем сердцем. Помоги вам, Господи. Веруйте в Иисуса Христа всем сердцем, Он спасет нас. Это хорошо, что есть. Здесь церковь, вот как обойдет. Там еще написано. Рождество Христово. С Рождеством Христовым, православная церковь. Евангелие. Подарок. С Рождеством Христовым, подарок. А есть данные? Возьмите, заходите сюда еще. Очень много других книг. С Рождеством Христовым, Евангелие, подарок. Есть? А данные нет? Заходите, еще больше книг. Православная церковь. Это ваши данные. Сайт. Там много еще книг святоотеческих. Слушай, у меня закончились визитки. Сегодня что-то хорошо так визитки идут. Пиздец. Очень много людей. Говорится, как это? Как пар от воды исходящий где-то до бумаги. Послание апостола Якова написано. Что, брат, пошел за его? Как спасти? 80 лет пусть спасает душу. Так вы спасаете? Ну, я буду спасать. Это неплохо, это здорово. Почитайте обязательно. Это православная церковь. Патриарх Кирилл, там написано.
Это свежее. Вот 15-го года. Не знаю, я не видел, как они распространяют Евангелие. Но у них неправильно, у них новый перевод там совсем не финализация. Это Евангелие. Слава Иисусу. Рождеством Христом. Евангелие подарок. Тут еще больше святоотеческой, нужной. А у вас есть? Да. А данные есть? Да, заходите, пожалуйста. С Рождеством Христовым. Подарок, Иван. Все слова Христа вечной жизни. Как постелюбится. Пожалуйста, тут наши даты. Заходите. Православный церковь. А можно мне тоже? Спасибо большое. Это... Просто так можно прочитать, да? Ну, как... надо обязательно читать. А потом заходите к нам, поделитесь. Спасибо. Здесь форум. Хорошо. Православный. С Рождеством Христом, Православная Церковь, подарок Ивану. Там у нас телефон можно звонить. С Рождеством Христом, Православная Церковь, подарок Ивану. С Рождеством Христом у вас, Православная Церковь, подарок. Спасибо вам большое. Бог там не разбудите. Спасибо. Слава Христу. Заходите на сайт. Православная церковь, дарим Евангелие. У вас же православие? Да. Давайте, это давайте. А то здесь иголы всякие стоят. Да. Вот я у них никогда не беру. Самый настоящий православный библейский сайт. Спасибо. Как по вопросы отвечаются и видеоматериалы. Ну, документальные всякие фильмы, все равно. Ну, сами увидите, если художественные, не всякие. Все спасение. Подарок, Иван, все слова Христа вечной жизни. Все слова Христа. Там тоже можно сказать. Все на отечество. Рождеством Христом, Евангелие. Рождеством Христом, Евангелие. Веруйте в Иисуса Христа, Он наш Спаситель. Рожденный ныне, православная церковь, Иисус. Православная церковь Евангелия, чтобы спасти нас с вами. Очень. Православная церковь Евангелия, подарок. Все слова Христа. Заходите обязательно. Надо еще и. Там еще есть? Последний у меня ответ. У нас в подъезде нет никого. Есть? Извините, простите. Есть. Ой, Бог вам простит. Покаяйтесь. Кто Евангелие возьмет в подарок? Так кто он где-то работает? У тебя Евангелие есть? Такое. Есть Евангелие? Нет. Ну, брат, похоже, Евангелие. Да. Я его гонить просто. А что, знаешь, что такое Иисус Христос? Это Сын Бога. Сын? Сын Бога. А Бога знаете, кто такой? Да. Кто? Это? Ну, это создатель всякой природы. Так.
А имя его знаешь? Нет? Иегова, сущий. Сущий. Молитву знаешь, Отче наш? Ну я... Слышал хоть раз? Я говорят, знай, как Отче наш. Слышал, тебе так говорили родители? Ну я в школе слышал на религии. На религии. Вот, она начинается так. Отче наш, сущий на небесах. Сущий Иегова. Это вот его имя, имя Отца. А имя Христа Иисус. А Иисус что знает? Знаешь, Иисус, что значит? Иисус. Да, как переводится? Спаситель. Спаситель. А чего он нас спасает? Он? Нет. От смерти? От смерти. И кого он от смерти спас? Дедушку твоего спас? Да. Он живой? Да. А про дедушку? Про дедушку нет, на войне. У меня про бабку. На войне погиб. А почему он про дедушку не спас, а дедушку спас? Не знаешь. Так он спасает не от смерти, а от вечной смерти. Он воскрес на Пасху. А первый человек на земле Адам и Ева. Да, Адам и Ева. А чем они согрешили, знаешь? Они? Да. Они съели яблоко. Яблоко съели. Ели яблоко, да? А ты яблоки ешь? Я да. Ты тоже грешишь, получается? Да. Нет. Они Бога не послушались, Бог им запретил, говорит, не ешь. Он запретил эти яблоки, да, какие-то вот. Они там плоды или какие? Какие-то там чистоплодные или как? Чистоплодные? Я читал в Библии. А что у них плохого в этих яблоках-то было? Там не яблоко, там просто не яблоко, там плод запретный. Там растение. Запретный. Такое. Запретный кем запретный? Что? Богом. Богом. Как имя Бога? Сущий. Сущий. Вот видишь, ты уже почти просвещенный, почти православный. Вот Евангелие читай, оно на русском языке. Я дома буду читать. А что, если непонятно, вот если есть телефоны, можешь позвонить, его просто дать. А задать. Вы мне давали, вот. Вот, дали, тогда давай назад. А тебе такую дали? Ну да. Дали, вот. Что непонятно, спрашивай. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Звоните его, то что непонятно сразу, позвоните, скажите, знаете, говорите, а мне непонятно. А всякие притчи. Давай. Кто? Православная церковь. Наша? Самое, что ни на есть наше. Праздник у нас. Естественно, не помню, да. Православная церковь. Помоги Господи вам уверовать в него. Мы просто здесь то, чтобы народу много. Выбираем такие места, где много людей. По славу Христу. Чтобы не боялись, а то люди боятся обычно. Не знаю, что, боятся Слова Божьего, боятся. Потому что изменяться надо, трудиться. Ну это так, да. Надо веровать в Иисуса Христа, Он Спаситель. И вам сразу объяснение. Ого, 60 это мало. Надо больше жить, а потом на вечность переходить. 60 лет. А мне 52-й. Неужто я такой же буду? А? Не знаю. Не дай-то Бог. Надо будет проповедовать. Я не том Христовом православном церкви, подарок Евангелия. Вот это наши данные. Интернет здесь есть. Подарок Евангелия. В интернет заходите. Вот данные есть. Еще лучше всего. Все слова Христа вечной жизни. Веруй в Иисуса Христа. Дедушка непоколебимый. Ну, атеисты, да. И тогда вы будете супер. А почему вы решили?
потому что о сектантах все говорит. Значит, Иисус был православный. А почему вы думаете, что о сектантах могут говорить только православные? Ну, потому что батюшки говорят об этом все. А вы слушаете батюшек. Вот и все. И батюшек, и матушек. И всех вы слушаете, пожалуйста. И имеет собственное мнение. Да. Ну, только не надо в штанах ходить. Это не собственное мнение уже. Это ваше мнение. Вот видите, в юбке, пожалуйста. Это ваше мнение, а мне так. Это второзаконие, 22 глава, 5 стих. Не ходите в мужской одежде, написано. Так, ну все, я готов.